Смотрите, ребят, опять НЛО. Это второе видео я снимаю. Первое видео у меня разрядился аккумулятор. Вот мигает. Стопудово. Не квадрокоптер. Не беспилотник. Ну, небо чистое, опять, да? Да, опять, смотрите, ребят, на той же самой точке завис. Да, Таш, дай посмотреть, малой. Это, не дергай камеру, отойди. Не дергай камеру. Смотрите, ребят, опять на то же самое место он возвращается. То есть, идите в этом, посмотрите на балконе, пожалуйста. Просто не дергайте камеру, прошу. Наташа, иди с малой на это и посмотри. И опять, смотрите, опять тоже туда же, над теми же самыми домами, над теми же самыми проводами опускается в ту же точку. Я не знаю, что это такое, ребята, просто... Ну, просто слов нету, что могу сказать. Сейчас попробую увеличить. Ну так он себя этот объект ведет. На одном месте появляется, в другую заходит. Да, но он плавно вот пролетел. И вот смотри, сейчас, как в первый раз, мне возможно, сейчас просто будет быстро опускаться над теми домами. Вот Наташа, присмотрись, там вот есть провода. Посмотри, вот сейчас над проводами, и он довольно-таки быстро будет опускаться. Ну, я так понимаю, это просто второй круг. Он описывает. Нет, провода, они ближе сюда к нам. Опа, а теперь смотри, другая траектория, смотри. Тогда он спускался над проводами, а сейчас он чуть-чуть дальше, то есть он полетел левее и выше. А в прошлый раз он так летал и вниз. Да что-то, ну не квадрокоптер, ты че, просто квадрокоптеры не такие яркие, ну представь, это... Ну а че квадрокоптер? И не беспилотник. Почему бы он висел бы на одном месте и так низко? Сейчас, потерял с поля зрения. Сейчас, секундочку. Тихо. А ну, уберись, пожалуйста. Я сейчас... Где он там? Как-то гаснет. А, все, ребята, он за дымкой просто. Дымка довольно-таки сильная. Не, все, исчез, ребят. Ну, как-то так. Это просто в течение получаса я второе видео снимаю с НЛО. Примерно в такой же дислокации, геолокации, как и в прошлое видео. Вот так, ребят. Все, конец связи.